Всем доброе утро! Сегодня наша тренировка, сегодня видеоурок наш будет направлен на тормоза. На тормоза. Не на те тормоза, которые тормоза, а на тормоза внутренним ребром. Ну что, погнали? Я вам покажу три упражнения, которые нужно выполнять постоянно для того, чтобы вы учились тормозить, не врезаясь в борт, а спокойненько перед ним останавливаясь. Не боясь его, он не кусается. Ну что, поехали? Первое упражнение, самое простое, исходное положение наше. Вот, Т-образный толчок и тормоз внутренним ребром. То есть смотрим внимательно. Вот мы встали. Одна нога у нас задняя, которая делает толчок, да, у нас на внутреннем ребре. То есть стоит, чтобы нам толкнуться. Понятно, что не на внешнем. На внешнем не толкнуться. Либо вы будете толкаться, но вы поедете назад. А нам надо вперед. На внутреннее ребро заставили немножко, да, крен дали. Присели чуть-чуть, чтобы сделать толчок. Делаем прокат. Мы сейчас на левой ноге и останавливаемся. То есть толкаемся. Делаем тормоз. Остановились. Снова. Т-образный. Присели. Толчок. Остановились. Развернули конек. Поставили. Толкнулись. Раз. Раз. Вот такой вот прекрасный способ учиться тормозить. Что, поехали дальше? Кладем клюшку, и чтобы делать нам с вами без пауз, ребенку, либо вам, да, просто пришли, сейчас у нас зима скоро будет, открытые площадки, ради бога, учитесь. Встали и поехали. Остановились, толкнулись, соединяем, стоя на одной, держим баланс на одной ноге, остановились, прокат сделали, тормоз, присели, толкнулись. Постоянно в действии у нас одна нога. Делаем прокат и делаем тормоз. Делаем прокат и делаем тормоз. Вторую ногу, видите, я не ставлю. То есть я задержал, остановился. И все, и вот поехали. Отрабатываем тормоз внутренним ребром. Вот такое вот замечательное упражнение, как бонусом. Это уже второе, на минуточку. Так, два уже показали, получается, да? Один. Мы двигаемся прямо, просто. Но ваша задача сейчас, смотрите, не запутаться. Мы двигаемся с вами, делаем прокат на одной ноге, а потом встаем сразу же в тормоз на вторую ногу. То есть вот у нас что получается. Снова 2-3 шага сделали, прокат на левой, тормозим правой, делаем сразу в тормоз. Обращаю ваше внимание на это упражнение. Посмотрите, как работают плечи. Мы не разворачиваемся в сторону тормоза, да? А плечи держим прямо. Мы делаем прокат. Я делаю тормоз. Плечи оставляю прямо смотреть по направлению, куда мы двигаемся. Поехали. На другой ноге. 2-3 шага. Прокат. И остановились. Поставили снова. 2-3 шага. Прокат на правой. Тормоз левой ногой. Все очень-очень просто. Не забываем про верхний плечевой пояс. 2-3 шага. Прокат на одной ноге. Встаем в тормоз сразу на вторую ногу. Плечики оставляем прямо. Вот такие вот упражнения. Сегодня мы с вами прошли на тормоза внутренними ребрами. Так что используйте обязательно, пользуйтесь этими упражнениями. Ну а мы с вами встретимся в новых видео. Всем до скорой встречи, пока!